К другим новостям. Томилинский театр и киностудия «Чердак» открыл новый творческий сезон. В рамках праздника провели традиционный актерский капустник, а также показали премьерный спектакль «Моя история Чердака». Здравствуйте, я Майя. Нет, не думайте, я не сумасшедшая. Просто у меня нет друзей, поэтому я привыкла говорить. Это история об одинокой девочке-подростке, конфликты со сверстниками, недопонимание в семье. Майя живет машинально и не ждет чудес, но накануне своего 16-летия узнает, отец, которого она считала умершим, жив. Девочка получает ключ от заброшенного чердака и попадает в другой мир. Здесь нет ни эмоций, ни смерти, ни жизни. Бессмысленное существование. Майя находит отца, но ей не удается уговорить его вернуться. Мне надо идти. Мне надо хоть на кровь сделать мой мир лучше. Я знаю. Главную роль исполнила начинающая актриса Арина Лиховид. Это ее первая работа в театре «Чердак». Я думала, будет страшнее на самом деле. Ну, вообще так поддерживали меня все вместе, поэтому было гораздо легче. Это было здорово, это очень интересный опыт, и даже интересно что-то такое повторить из такого экстремального чувства. Спектакль «Моя история Чердака» – авторский проект Инны Дуниной, художественного руководителя театра. Сегодня, в день открытия нового четвертого сезона, его показали зрителям в первый раз. Ну, это все на глазах. Это гаджеты, это компьютеры, это... Тот технический прогресс, который сейчас идет семимильными шагами. И к чему все это ведет? К тому, что дети, они больше сидят все онлайн, уже забывают, что такое какие-то кружки-секции, что такое родители и так далее. Это огромный бич, который приведет нас к такому обществу, когда все будут без эмоций, без чувств. Новый сезон в театре-студии «Чердак» обещает быть насыщенным. Зрители ждут сразу несколько премьер. Это сказка «Кот в сапогах», спектакль «Мещане», комедийная постановка «Алло, курочки». Кроме того, коллектив театра готовит серьезную драматическую работу «Судьбы Господни». А под Новый год актеры «Чердака» порадуют маленьких зрителей музыкальной сказкой «Морозко». Расписание и билеты найдете на сайте театра. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.